Приветствую всех на канале. Посмотрим, что по ссылке. Значит, для чего он применяется? В коридорах, там, где люди часто перемещаются, и нужно поставить, можно поставить такой инфракрасный выключатель, который, когда человек подходит, включается как освещение. Когда уходит, он выключается. Тем самым экономится электроэнергия, нет необходимости дополнительно искать выключатель, где и включать. Так, он с регулировкой чувствительности и с регулировкой времени включения лампочки. Давайте посмотрим, что внутри. Так, откроем. Значит, тут у нас вход на 220 вольт. Чувствительность в люксах и время работы. Закручивается лампочка, цоколь Е27. Сюда мы два шурупа вкручиваем. Вот в комплекте есть они. И заглушки декоративные. Так, это у нас датчик. Вот инфракрасная линза Френели, по-моему, так называется. Под крышкой у нас схема тут. Это у нас контакты лампочки. Два провода, это входящие напряжение 220 вольт. Здесь у нас терморезистор стоит. Это у нас, скорее всего, семистор должен быть, по идее, который будет управлять вот лампочкой. Так, резистор мощный относительно. Схема запитывается через конденсаторный блок питания. Вот он стоит, конденсатор. Так, что тут у нас? Контроллер. Так, дальше у нас стаб, скорее всего. Диод обычный для питания, скорее всего. И диод Зеннера. Там дальше. Так, электролитический конденсатор, понятно, это для фильтрации напряжения. Вот, ну и все, в принципе, два потенциометра. Подключил лампочку, подключил провода к сети. Так, ну, чтобы лампочка не шибко портила изображение, мы вот так наклоненно сделаем. Теперь я включаю, отхожу, включаю и отхожу. Потом подхожу, и включается датчик. Ну вот, рабочий он, рабочий, работает, значит, регулируем время здесь. Минимально где-то получается секунд 30, максимально очень долго, в общем, терпения не хватило. Чувствительность буквально здесь можно отрегулировать так, чтобы он мог реагировать, но чувствительность очень высокая. В принципе, доволен. Я боялся, что светодиодные лампы не будут работать. Но в данном случае показывает, он срабатывает и работает со светодиодной лампой тоже. Ну, в принципе, этим доволен. Еще учитывая, что всего лишь $2 цена, это вполне неплохая покупка. Но на практике надо посмотреть, поставить лампочку и посмотреть, как она будет работать. Спасибо всем за внимание. Подписываемся на канал, будет очень интересно. Пока!